That's game null and void, motherfucker. That's game null and void, motherfuckers. Right over here, baby. All this pussy is screwing my juice, man. Всем привет, ребята, с вами снова Хик. Сегодня у меня для вас снова интересненькое видео. Сегодня мы посчитаем, сколько же стоит полностью гардероб Карла Джонсона из игры GTA San Andreas. Пожалуйста, поддержите ролик лайком, потому что, опять же, ролик для любознательных, для особо, кто не хочет тратить свое время, но я своего потрачу ради вас, для того, чтобы вы узнали, сколько же нужно денег иметь, чтобы купить полностью все магазины одежды. Итак, не будем тянуть, погнали. Существует всего 6 различных магазинов одежды, в каждом из которых, разумеется, разная цена, ценовой диапазон и так далее. Три из них самые дешевые — это Bingo, Suburban, Prolapse. И троечка самых дорогих — это Zip, Victum, Dealer, Search. Пойдем по порядочку и после каждой закупки будем считать, сколько стоит вся одежда в том или ином магазине. Погнали. Мог подумать, что весь Bingo обойдется нам всего лишь в 1824 доллара. Suburban нам обошелся в 3065 баксов. Prolapse — самый последний магазин из дешевых, и он нам обошелся всего лишь что 4465 долларов. Переходим к среднему и дорогому классу. Первый магазин Zip у нас обошелся всего лишь-то 2735 долларов. Я не знаю, почему он является средним, но такие цифры имеет этот магазин.
Допустим, магазин «Жертва». Магазин также выше среднего диапазона. Для меня вообще открытие, потому что есть пиджак за 1600. То есть вообще никак не курируется, типа, what the fuck. Самые непредсказуемые цены в этом магазине. По итогу 17 820 долларов обойдется вам вся коллекция магазина Victum. Самый дорогой магазин, DS, так я его называю, самое дорогое шматье во всем Сан-Андресе. Я не знаю, часто кто-то там одевался или нет, я, например, вообще там не одевался, потому что о нем не знал, просто-напросто. И в целом, вам этот дорогущий магазин с крутыми смокингами обойдется в 78 925 долларов. Почти 100 тысяч, блин, на магазин один потратить. С ума сойти. Это самый дорогой магазин в штате Сан-Андрес. Охренеть. Ну и давайте же ответим на самый главный вопрос. Сколько же стоит вся одежда Карла Джонсона со всех магазинов? И эта сумма 108 834 доллара. Вам нужно потратить, чтобы скупить всю одежду и все аксессуары. А с вами был Хик. Если вам понравился видеоролик, не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий, подписывайтесь на канал. Будет еще куча много интересных вещей из GTA San Andreas. Так что подписывайтесь и не пропустите новые видеоролики. Все, с вами был Хик, всем пока!